Для вязания шапки нам понадобится пряжа. Я буду вязать из пряжи у 100 граммах 300 метров. 30% шерсть, 70 акрил. Спицы носковые 4 мм, 5 штук. И дополнительная спица для кос. Набираем петли. На 3 спицы нам нужно набрать по 30 петель. На 4 спицу 36. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот мы на первую спицу набрали 30 петель. Берем вторую спицу и также набираем 30 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Таким образом нам нужно на 3 спицы набрать по 30 петель, на 4 36. Всего у нас получится 126 петель. Начинаем вязать. Соединяем первую и четвертую спицу. Берем пятую спицу и провязываем резинку 1 на 1. Кончик нити это будет наш маркер на начало ряда. Провязываем одну лицевую петлю, вторую изнаночную. Затем повторяем. Одна лицевая петля, одна изнаночная, лицевая петля, изнаночная петля. Итак, резинкой 1 на 1 нам нужно провязать следующие 9 рядов. Будем вязать мы по кругу. Провязав 9 рядов резинкой 1 на 1, вяжем следующий 10 ряд. В этом ряду нам нужно будет сделать 4 прибавки. Вяжем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее нам нужно сделать прибавку. Промежуточную нить набрасываем на левую спицу, вводим правую спицу за заднюю стеночку петли и провязываем скрещенную изнаночную. 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. В этом рапорте мы сделали одну прибавку. Еще нам нужно так повторить 3 раза. В следующих 3 рапортах делаем также по одной прибавке. В последнем 4 рапорте прибавок делать не будем. Провязываем 8 лицевых, 5 изнаночных, 8 лицевых, 5 изнаночных. Итак, довязываем 10 ряд до конца. В конце 10 ряда у нас получится 130 петель по кругу. Довязав 10 ряд, у нас получилось 130 петель на спицах. Далее будем вязать узор. Провязываем 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Затем повторяем. Итак, чередуя 8 лицевых, 5 изнаночных петель, будем вязать до конца первого кругового ряда. Довязав первый круговой ряд рисунка, вяжем второй ряд. Провязываем 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Затем повторяем.
Итак, чередуя 8 лицевых, 5 изнаночных петель, вяжем до конца второго ряда. Все четные ряды будем вязать также. 8 лицевых, 5 изнаночных. Третий ряд вяжем так же, как и первый. 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Вот мы связали раппорт по горизонтали. Затем повторяем. 8 лицевых, 5 изнаночных. Итак, чередуя эти петли, будем вязать до конца третьего ряда. Четвертый ряд вяжем так же, как и второй. Пятый ряд. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одна изнаночная петля. Далее делаем накид и провязываем 2 следующие петли вместе изнаночной. Первая и вторая петля, вяжем их вместе. 2 изнаночные. 1, 2. Вот мы связали раппорт пятого ряда. Затем повторяем. Итак, будем вязать до конца пятого ряда. Шестой ряд будем вязать по рисунку. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее у нас идут изнаночные петли. Изнаночная. Раз. Накид провязываем изнаночной петлей. 2, 3, 4 и 5. Итак, по рисунку будем вязать до конца шестого ряда. 8 лицевых, 5 изнаночных петель. Все четные ряды будем вязать также по рисунку. Накиды провязываем изнаночными петлями. Седьмой ряд. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 изнаночные петли. 1, 2. Далее делаем накид и провязываем 2 вместе изнаночной. 1 изнаночная. Вот мы связали раппорт по горизонтали. Затем повторяем. Итак, будем вязать до конца седьмого ряда. Девятый ряд. 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Далее делаем накид и провязываем 2 следующие петли вместе изнаночной петлей. Вот мы связали раппорт по горизонтали. Затем повторяем. Итак, будем вязать до конца 9 ряда. 10 ряд вяжем по рисунку, как смотрят петли. 11 ряд. Первые 8 петель нам нужно перекрестить. Снимаем первые 4 петли на дополнительную спицу. 1, 2, 3, 4. И оставляем их за работой. А 4 следующие петли с левой спицы провязываем лицевыми. Берем пятую спицу и вяжем 4 лицевых петель. 1, 2, 3, 4. Затем возвращаем снятые петли обратно на левую спицу. 1, 2, 3, 4. И провязываем также их лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Вот мы связали раппорт по горизонтали. Затем повторяем. Итак, будем вязать до конца 11 ряда. 12 ряд вяжем по рисунку, как смотрят петли. Довязав 12 ряд, мы связали весь раппорт узора. 13 ряд начинаем с первого. Всего нам нужно связать таких 4 раппорта. Провязав 4 раппорта, вяжем дальше. Далее будем убавлять петли. Провязываем 8 лицевых петель. 1, 2, 3,
четыре, пять, шесть, семь, восемь. Три изнаночные. Один, два, три. И следующие две петли вяжем вместе изнаночной. Делаем убавку. Затем повторяем. Вот мы связали раппорт по горизонтали. И так будем вязать до конца ряда. Делаем в каждом раппорте по одной убавке. Довязав первый ряд, у нас осталось на спицах 120 петель. Мы сделали 6 убавок. Вяжем второй ряд. Провязываем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Вот мы связали раппорт по горизонтали, затем повторяем. И так будем вязать до конца второго ряда. 8 лицевых, 4 изнаночные. Третий ряд. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 изнаночные. 1, 2. Две вместе провязываем изнаночной. Делаем убавку. Вот мы связали раппорт по горизонтали. Затем повторяем. И так будем вязать до конца третьего ряда. Четвертый ряд. Вяжем 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Затем повторяем. Так будем вязать до конца четвертого ряда. 8 лицевых, 3 изнаночные петли. Пятый ряд. 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 изнаночная и 2 следующие петли вяжем вместе изнаночной. Делаем убавку. Вот мы связали раппорт по горизонтали, затем повторяем. Всего в ряду мы сделаем 10 убавок. В конце 5 ряда у нас останется 100 петель. Шестой ряд. Первую петлю снимаем и вторую снимаем на правую спицу, переворачиваем и возвращаем обратно на левую спицу. И провязываем эти две петли вместе лицевой за заднюю стеночку с наклоном влево. Далее вяжем 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. Следующие 2 петли провязываем вместе за переднюю стенку с наклоном вправо. Следующие 2 петли вяжем вместе изнаночной. Вот мы связали раппорт по горизонтали, затем повторяем. В каждом раппорте мы будем убавлять по 3 петли. И так будем вязать до конца шестого ряда. Седьмой ряд. Первые 2 петли снимаем на правую спицу, переворачиваем и одеваем обратно на левую. И провязываем 2 первые петли вместе лицевой за заднюю стенку с наклоном влево. 2 лицевые, 1, 2. Следующие 2 петли вяжем вместе с наклоном вправо за переднюю стенку, 1 изнаночная. Вот мы связали раппорт по горизонтали. В каждом раппорте мы будем убавлять по 2 петли. И так будем вязать до конца 7 ряда. Восьмой ряд. Первые 2 петли снимаем с левой спицы на правую. Переворачиваем и возвращаем обратно на левую спицу. И провязываем эти 2 петли вместе лицевой за заднюю стеночку. Следующие 2 петли вяжем вместе лицевой за переднюю стеночку. 1 изнаночная. Вот мы связали раппорт по горизонтали. В каждом раппорте мы сделаем 2 убавки. И так будем вязать до конца 8 ряда. В конце 8 ряда у нас останется 30 петель на спицах. 9 ряд. Первые 2 петли вяжем вместе лицевой за переднюю стеночку. Делаем убавку. 1 изнаночная петля
И вот мы связали раппорт по горизонтали. Затем повторяем. Две вместе лицевой за переднюю стенку, одна изнаночная. И так будем вязать до конца 9 ряда. В конце 9 ряда у нас останется 20 петель на спицах. Довязав 9 ряд, обрезаем рабочую нить, оставляя сантиметров 20. Далее с помощью иглы проденем рабочую нить через все петли на спицах. С первой спицы петли переносим на иглу. Вытягиваем первую спицу. Со второй спицы отлаживаем спицу в сторону. С третьей спицы снимаем петли. Один, два, три, четыре. И с четвертой спицы. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Отлаживаем спицы в сторону. И затягиваем все петли. Стянув петли, еще раз рабочую нить проденем через все петельки последнего ряда. И еще раз затянем. Хорошенько затянув, фиксируем нить и закрываем петлю. Хвостик нити обрезаем. Теперь с помощью крючка прячем оставшийся хвостик с наборочного ряда. Спрятав хвостик нити, наша шапка готова. Вот такая ажурная шапочка у нас получилась.